Всем привет! Наша компания продает квартиру двухуровневую со своим садом в районе Каркачак. Я раньше снимал эту двухуровневую квартирку или таунхаус, но цена была другая. Сейчас хозяин поднял цену. И за это пришлось заново отснять, так как цены на рынке идут вверх, по этой причине нужно, как говорится, обновлять ролики. У нас здесь большой бассейн, есть фитнес-сауна внизу, тоже покажу. Расстояние отсюда до моря 1500 метров, 1530 метров максимум, до воды. Итак, шляпа вернулась, я тоже вернулся. Если вы хотите продать свою недвижимость, обращайтесь, поможем быстро продать. Если квартира хорошая, цена хорошая, то она быстро уйдет. Если вы не торопитесь продавать ее, то нужно будет месяц-три между ними подождать. 3 месяца где-то займет. И еще все зависит от рынка, от политики и тому подобное. Мы обсудим цену квартиры, сядем за стол. Я буду двигать цену по ситуации. Если вам срочно надо, то сами сядете с покупателем за стол, обсудите цену. Мы за свои услуги берем нашу комиссию. Так что обращайтесь. Плюс 90-555-064-9110. Не буду томить вас, снимаю дальше. Вот. Закрыл застекленный балкон. Огромный застекленный балкон. Я снимаю со второго этажа. Квартира не убрана, чтобы понимали, что здесь никто не живет. Вид на горы, кусочек видно моря, на природу, на эти плантации банановые. Если даже что-то построить, пусть пятиэтажный проект в будущем. Вот как там видите. Так. Огромный застекленный балкон. Продается с мебелью, бытовой техникой, личные вещи хозяйка заберет или хозяин. Алюминиевый термопакет окна. Зеленый цвет, шкафчик красиво, интересно. Кондиционер фирмы БК. Ухи-пухи. Столовая с видом на горы, на природу. Бытовая техника вся фирма БК. Микроволновка, духовка, холодильник. Алюминиевые окна двери. Первый балкончик, то есть второй. Первый был застекленный. Такой вид. Сторона здесь на данный момент север. Эта сторона запад. Кожаный сад. Айдат здесь стал 750 лир. Отдельное место кладовка. Раньше было 440, сейчас подняли на 750. Так, здесь у нас, покажу, выход. Также есть лифт. Спускаемся вниз. Теплые полы по всей квартире или санузел, точно не могу сказать, на данный момент забыл. Санузел. Искупались, одели халат, потом выходите сюда, чтобы соседи не видели.
Вытяжка тоже есть. Я там включил. Спальня. И кого интересует недвижимость в Алании, кто хочет купить, заранее напишите мне до вашего приезда и подготовьте денежки. Или если не знаете, как перевести, звоните, пишите, я вам объясню, консультации дам. Лесенки. Здесь у нас дверцы сделала хозяйка, чтобы дети не падали. Спускаемся на нижний этаж. Здесь тоже щитовик у нас. Электричество отключено, да. Одна сушилка, одна стиральная машинка. Так. Ну, жена уже звонит. Бирюзовый цвет, кажется, синий. Через очки что-то не вижу. А там личные вещи заберет она. Теплый пол, санузла. Понятно. Второй санузел. Угу. Шторик не забыли. Штор спускается, потом купайтесь. Угу. Спальня не маленькая, нормальная. Жилая площадь у нее где-то 130-140 чистая. Вот почему я эти шторы не люблю. Тут тоже есть кладовочка. Туда проходит. Кондиционер фирмы БК. Домофон. И вот что главное, здесь огромная спальня. Но они сделали спальню. Да, спальня, третий санузел. Хозяйская спальня. Огромная. 25, что ли, квадратных метров. Так. Сбой. 25 квадратных метров. Как я не люблю, когда мне звонят. Здесь шкафчик тоже. И третий санузел. Выход к садику. Вот маленький сад здесь. Балконную мебель можно купить, как вот у соседей там.
Сейчас я выйду на территорию и покажу вам. Инфраструктуру. Итак, дорогие зрители, цена этой двухуровневой таунхаус садом 235 тысяч евро. Есть маленький торг. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, я снимаю дальше. Вышел я, здесь лифт. Наши человек. Мы были на первом этаже. Проект был сдан в 2014-15 годах. Угу. Также вот так квартира выходила. Там первый, второй этаж. Приветствую. Так, вот фасад здания. Блок С. Тут лесенки, а тут как бы пандус не спускать, там открытая парковка. И игровая зона, фитнес-митнес в той стороне. Алания. Филиал рая на земле. На. Тут у нас санузел. Огромный бассейн. Там джакузи. Здесь делают зонтик ставят, этот как там маркизы что ли, как-то они убрали из-за сильных ветров. Тут будет как бы ресторанчик, стулья поставят или шезлонги. Вот там джакузи, видно, и детский бассейн, там игровая зона. Давайте я так спущусь. Закрыт, я думаю, что надо снутри заходить. А, не открыт. О, зона отдыха. Бильярдный стол. Теннисный стол. Тут открытая парковка. Массажный стол. Вот открытая парковка. Вход. Здесь все. Теперь я покажу вам фитнес-зал, который находится внизу. Сейчас пройдут смотреть квартиру эту. Сауна. Санузлы. И фитнес. Глянем-ка, там крытая парковка была, кажется, здесь. Не помню. Еще здесь вход будет, пока эту дорогу не сделали. Здесь кладовка, кажется. Все, дорогие зрители, цена 235 тысяч евро. В
Пишите, звоните. Айдат 750 лир. Ежемесячно. Жду вашего звонка.